О, писюнь, блядь! Сколько лет, сколько зим, как говорится! Привет! Привет! Салют! И чё, ты где была? Я пропадала. К нам тут подписчик с Краснодара приехал. Привет! Потом уже видела. Ксюха должна была на один выпуск попасть, но не попала. Могу сейчас. Слишком. Бля, мы не поместимся. Ну да, они все не влезли. Но ты залетаешь по-любому, Ксюша, на один выпуск надо залететь, пока ты в Питер не соскочила, блядь. Ты когда уезжаешь? Через 2 месяца. А, блядь, времени еще было. Арчибальд? Не-не, мы подождем! А? Все хорошо, не-не, мы ждем, да, все нормально. Что получается? Отжимы. Адекватность отжимы. Включается. Отжим он наш. Так, сейчас. Интересно, да? А кто это? А мне кажется, я все в 4К снимаю вообще, на самом деле. Охуеть! Так, давайте-ка разберемся, что тут происходит вообще. Надо разобраться. Кажется, сюда. В общем-то. Сейчас, внимание, микрофон, шляпа, Лёха, Арчи, зелёный. Металкор станция здесь. Лёх, а ну газоникайся по столу. Ну-ка. Что это было? Я думал, ты как горилла, как непонёжное слово ломается. Нет, давай заново, ещё раз. Жёстко? Я просто боюсь реально. Хорошо, давай ещё раз, дай. Ебашь. Ебашит? Ебашь. Давай. Лёх, ну скажи, кто ты? Станция. А, Алексей Кепка. Пожалуйста. Сразу погоняло. Замечательно. Короче, Лёха, наш подписчик. Да? С Краснодара. С Краснодара приехал. Вот, вообще из Сахалина, из далекого, холодного. Вот, но переехал в Краснодар и теперь еще и к нам в Пятигорск. Станция, а давайте уже всей страной переедем, а да, чё бы нет-то? Чё вы там вот это своё... Чистое совпадение, чистое совпадение, да, что я сюда приеду. В Саратовах сидите в своих там, в Казахстанах, давайте все в Пятигорск переедем. Да, Пятигорск столица мира, я же говорю. И сегодня, чё, газуем? Сегодня нам Лёха привёз Breakdowns of Sanity. Именно так. Вот, мы посмотрим новый трек, что там вышло. Потом, я забываю всё время тебе показать одну группу классную, Our Last Night. Очень хорошая, вот, надо послушать. И To The Grave. Давно просили в комментах. Это что-то, да, это что-то жёсткое, короче. Некая смерть. Да, сейчас будем, короче, смотреть и слушать, что там грязь. Но ну, она вышла давно, я давно хотел показать. Бля, я не помню уже. Точно. Ну, мне ладно, кажется, в ангаре все-таки. Ну, тут два выбора, ангар или церковь, как бы однозначно. Блядь, вот наехали зазря на металкорщиков. Не на металкорщиков, на клипмейкеров наехали. Ну, вы куда смотрите? Локации, подбирайте уже, интересно. Так, в общем-то, да, станция, все, собрались, все нормально у всех. Да? Вот Леха приехал, говорит, у меня все хорошо. Всё четко. Поел. Вот, поел. Кальян. Кстати, покурил. Только что поел, да. Все, четко. Да. Похавал? Все нормально? Ты похавал, похавала. Все четко. Ребят, давайте, поехали. Блядь. Да, надо разгонять, короче. Мы дома, ебать. Давай, трусы снимай, сиди, смотри, че. А ты без трусов, да? Я в трусах. Ну они же дома, скорее всего, смотрят. Скорее всего, да. Кстати, напишите, они же дома, кто вообще всего. Когда смотрит. Ну вот давай пусть ребята напишут и девчата, где они нас смотрят. Типа, кто-то на телеке нас смотрит, вот так лежит, а я на телеке смотрю. Кто-то в скидывали, автобусе, помнишь? Женя говорит, я в автобусе еду, смотрю, блядь. Там, ну, по-разному. Все по-разному, да. Ну, да. Там в автобусе экран, короче. Ну, в автобусе. Вот там включают вас. А ты где нас смотришь? По телефону? Через на телефон? Да. Ага, ништяк. А дома или на или работе? На работе или дома. Я же это, фрилансер типа. Come on, Майкл. Ладно, давайте что-нибудь, ну, посмотрим. Да, короче, ехали. Я хочу первое. А, вот это надо посмотреть? Ну, это давай старый. Давай, а и новый, все, я понял, это окей. Типа... Ну, короче, это старый где-то 2012 года. А, он 7 лет назад. 7 лет назад. Короче, ну он это, нам... Ну давайте. School, ну чисто посмотрите, что это вообще. Ребятки, такое. Давно просили вы тоже, это мы все знаем, поэтому сейчас ну, все вместе. Вот как совпало, понимаешь? Да. Да, можно чуть повезти? А мы же говорили, хочешь свой трек, привези.
Лёха привёз. Вот так. Чё, погнали, погнали. Ну это прям металкор, короче. Так. Отлично. Платим. Сейчас я надеюсь, вам зайдёт. Не, ну нормально так в колонке. Они уже 7 лет назад довольно-таки взрослыми мужиками выглядели. Да, да, да. Атак напоминает. Атак? Да. Ну смотри, они даже вот так. Да, да, да. Крабы, крабы, да. Ага, уф. Вот сейчас все. Нули топ! Там барабанщик пики. Ты чё куришь, мамаша? Ты его... Это не самый лучший трек из альбома. Ты просто чтоб понимал, Да, да, да. Там Юрец кайфанёт Юрецко в нашей телеге. Юр, привет. Это будет сейчас мясо? Они прям в смысле, они в зло не уходят, они вот на позитиве. Вообще голимые нули, просто одни нули. У них даже название Грейдан Санит. Чё они, интересно, новое сделали? Вот теперь даже, теперь да, интересно. Блин, ну прикольно. Мне понравилось. Это всё звучит как вот, типа, звучало оно вот именно в то время, да, в то как время, оно раскачивалось, да. Ой, всё это, очень это тогда классно. Тогда и бучку сносило точно. Да, 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 нормально, вообще нормально. А теперь интересно, что сейчас вышло? Давай сразу. Давай сразу. Прошло сколько там получается? Два дня назад, ага. Ну, не, имею в виду, с того момента? Очень долго. 7 лет. А, нет, с последнего неизвестно. Но сейчас посмотрим, что новенького. А так, между вот этим 7 лет. Интересно, что изменилось за 7 лет. Ага, современное звучание есть. Бля, ну литоп. Ну
А чистый припев будет? Ну они в основном без чистых, короче. Да? У них чисто вот на разъезде такие. Чувствую появился. Интересно, сколько ему сейчас лет? Сейчас лет 55, наверное. Плюс-минус. Ой, мне нравится вообще. Да. Очень ритмично, очень мелодично. Качает. Блядь, жалко. Ну да. Из клипа что-то как-то... Вот этот момент мощный. Сейчас разъем по-любому будет. Предвкушаем. Очень аккуратненький припев такой. Да. Я вроде бы и здесь, а вроде бы и нет. Да сколько тут брейков, блядь! Все в брейках, блядь. Все в нулях. Короче, что я заметил? Последний альбом. Они вот в последнем альбоме себя нашли именно. Да? Потому что они... негатив не уходят, в смысле, в зло. Mm-hmm. Вот у них, заметил, нету у них вот злых моментов особо. Mm-hmm. У них вроде появляется... Ну, хотя агрессивная подача идет. Да, подача агрессивная. Не, агрессивная, но есть группы, которые вот сейчас, вот, например, вот вы смотрите, mm-hmm. то, что очень злые, в смысле, прям... Ты имеешь там... в виду текстовую составляющую, смысловую? Нет, моменты прям, брейки какие-то там прям злые. Ну, типа Lorna Shore. Ну, Lorna Shore это прям ну, жестко. Ну, это вообще дьявольское вообще... дерьмо. Блин, не знаю, ну, для меня это сейчас агрессивнее, чем многое ну, звучало. Ну, это правда, это агрессивно, да. Агрессивнее. Мне единственное, что интересно, что в первом том треке 7 лет назад, что в этом у них какая-то странная такая любовь к раскачке к концу трека.
И везде так или не везде. Вот у них прям начало какое-то жиденькое. Да? Что там, слишком прям. Мне в том треке вообще начало. Знаешь, вот только ты, вот сколько мы тут с тобой сидим, только ты замечаешь, что кто-то как-то раскачивает. Я особо не заметил. Вот он для меня в одной паре в хорошей. А мне пошел. Вот в конце понравилось, ну, да, да, когда да, брейки да. подряд пошли вот эти вот. А, вот эти брейки подряд, раз, типа, да, да, да. Еще один. Да, еще один. Нормально. Группа называется Breakdown. Да, ну да. Я поставлю 8. Мне понравилось. И я бы поставил больше, мне нравится жирно, вот это, бля, нули, жирный звук. Я бы поставил больше, если бы была чуть-чуть больше чистого, был бы припев какой-то, чтобы разнообразить трек. А так 8, мне вообще очень зашло. Да? Вот... Динамичный такой. Бля, я сейчас думаю. Он, нет, зачем я думаю? Зачем я думаю? На эмоциях. Так, первое впечатление. Если честно, от первый, да, очень хороший на тот момент, все классно. Лучше. Вот этот лучше... Но мне казалось, что как будто бы это должно быть что-то такое, ну, блять, как будто 7,5. 7,5, ну, вот, ну, то есть мне понравилось. 7,7, это уже очень хорошая оценка. Да. Ну, то есть мне понравилось, но не, ну, как-то не прям, что пиздец как понравилось, ну, да, короче, да. Вот, ну, типа так. Мне пиздец как, чисто за счет нулей, но почему-то, знаешь как, вот я 8 поставил, но меня не докачнуло до конца. Я хочу вот чуть еще что-то. Чего-то не хватило все равно. Как будто бы, вот да, мне, вот мне, что-то... знаешь, такой момент, когда мне изюминки понравилось. Изюминки какой-то нет. Но мне чего-то все равно не хватило. Вот так. А ты чё, Лёх? Ты-то давно слушаешь? Да, ну я, наверное, 9 поставлю. А, ну, у меня такие, как бы, больше. Ну, да, ты кайфуешь? Я эту группу, да, кайфую, в смысле, жесткая. Да. Ну вот. Музыка, это же вообще хер пойми. Вот, ну да. Да, да, да. Ну это, ну, еще потом, потом. Вот у меня часто бывает такое, то, что я первый раз послушаю. У меня такая же херня. И мне надо еще потом, да, послушать. Да. Я вот так, мы тогда с тобой послушали Betraying the Mattress. И на тот момент я такой, о, да, круто, ну мне понравилось. Но когда я в наушниках еще раз послушал, я думаю, да, почему я не поставил 15 из 10, вот потому что бывает, это вообще, да, бомба, нахрен. Хочется как будто изменить оценку. Да, да. И бывает и наоборот, что тебе очень сильно понравилось, как мне DNR, например, понравился, да, и я потом в наушниках, ай, что это было. Ну, в общем-то. Там качество, это уже чуть другое. Ну да, так что еще вот твое мнение. Ты писал насчет Breakdown of Sanity? Напиши, да, мнение насчет нового трека в комментариях. Короче, давайте дальше. Давно собирался показать Our Last Night. Ты слышал Our Last Night, Лёх? Да. Вот Арчи единственный сидит. А я не слышал! А что это? Из чего это едят? Что? Которые на каверах там. Да. Они, короче, на диснеевские треки делали каверы, понял? На... Короче, на дохрена... На Галегова. Да. В общем-то, что хотел за Our Last Night. Пацаны поднялись на вот таких вот каверах. Всяких разнообразных. И... И потом, как произошло, они то ли ушли с лейбла, вот я точно не знаю, пиздеть не буду, то ли ушли, то ли что-то, короче. Закусились. Что сейчас мы имеем? Our Last Night, это группа своя собственная, она никому не принадлежит. Пишут треки, снимают клипы, все за свой счет, за... короче, все сами. И у них в Инстаграме, типа, единственная группа, которая... выпускают треки раз в месяц. Типа они садятся и один раз в месяц выпускают синглы. Помню, не альбомы, ничего, кайф, а синглами вот так вот. Вот один раз в месяц. Класс. Вот. То есть вот так. И вообще они классные ребятки, я давно кайфую. Ты вот если знал за Our Last Night, пиши в комментах обязательно об этом. Вот, потому что очень классные ребята. Надо посмотреть, короче. У них вот новый трек вышел недавно, неделю назад. Давай. Его мы и смотрим, а да? Мы его сейчас и посмотрим. Нет. И видишь, месяц назад еще один был. Отлично. Ну, то есть, пацаны, нормально, работоспособные такие. Давай некое, как говорится, посмотрим. И клип, сразу с клипом всегда выпускаю, я надеюсь. Да. Ну, тут припевы в альбом будут. Да. Это ты по внешке определил? Не, я знаю. I was flying through a storm with a blindfold. You were hiding from the clouds under a rainbow. Walking through life, slipping on ice. But somehow we couldn't run from each other. I was flying through a storm. Джустин Бибер вошел в чат. Любовь на любовь. We learned when we were broken. Everything else.
out of focus. And our ties were rolling in. Олдскульненько. Вкусненько, вкусненько, классно. И нули классные. И клип, видишь, такой простенький вообще, ненавязчивый и очень просто снят. Но классно. Это некий такой конец уже. Все что ли? Как он быстро? Три минуты. А вот тут самый эффект. А очень быстро, потому что очень классно. Да. Эффект, когда вот клип так пролетает быстро, это значит прикольно. Что вообще, блин? Да, классно. Ну классно, не знаю, я кайфанул сейчас. Я понял. Пусикор, это мне нравится. Да, очень классный. Мне нравится Пусикор, вот сейчас этот трек... Понял и принял. По ощущениям, как будто прям 8,5. Хуя. Я 7,5 хотел поставить. Да? И поставлю. Лады. Ну. Я, наверное, тоже 8,5. Mm-hmm. Ну, вообще тема. Что-то как это вот так получается. Ну ладно. Сиди там на своей Камчатке. Один. То есть вот такие пацаны. Если вот не знали, пожалуйста, а у вас знают. Хорошие ребята. Ну блин, я кайфую. И у них все-то вот такое. Некая такая, понимаешь, печенька Орео. Да? Вкусная. Вкусно, хорошо, неплохо. Что-то прям как будто вообще минуту как будто было. Очень быстро, да, слишком? Да. Это, ты знаешь, это эффект металкор станции именно. Когда сам смотришь один, иногда типа вообще. Да, тянется. А тут бывает такое, когда типа. А тут мы же все вместе. 4 минуты идет типа клип, а мы такие, все? Да, да, да. Вот так и работает, потому что все вместе. Вместе, понимаете? Вот. Короче, надо дальше. To the grave. Ага. Пришло время. Ребятки, надо жирная, разогнать. Да? Надо да, разогнать. Да. Кровь, ты не слышал, да? Наверное, нет. Я обожаю этих чуваков. Очень злые говнюки, просто нахрен я кайфую. Короче, надо это послушать уже. Это некий дедкор, правильно? Качало. Да, вышло давно. Вот, вышел клип давно, год назад. Нового клипа пока нету. Ни нового клипа, ни нового трека. Вот как-то что-то. Ну это видишь, трек какой-то 7 месяцев назад выходил. Ну это какая-то фигня. Получается, они как будто бы что-то забыли. А вот 6 месяцев назад, видишь, что-то. А что это, дедкор? Да, да, да. Вот. Но это все. Но я сейчас более-менее свежий, короче, хочу врубить. Давай. Потому что он мясной. Давай посмотрим, что за зверюшка у тебя. И будем на станции ждать все вместе нового материала от этих ребят, правильно? Ну, смотри, он уже предвкушает, смотри. Да, у них, по-моему, кто-то вот умер. По-моему, этот чел. Да, если я не ошибаюсь. Но всякое может быть. Все, опять плакать теперь вместо Мали. Oh,
Это у него, блядь, из стрима, это уже ядерное оружие. Злые, конечно, блядь. Это прям зло, блядь, воплоти. Дети Аида. А он еще петь не начал. Ну как петь. Ой, падла какая, дохрена диссонансов, как я люблю. Подкусный такой стрим, мне нравится. А, ну это припев. Припев такой. Мелодичный, раскатистый такой. Лисичка сдохла. Классно поет. Ой, какой момент вообще. Скажу, бля, это одна из самых жестких дедкоршностей, которых я слышал. Самых интересных. Дедкоршностей? Да. Сейчас у них есть один брейк, потому я сейчас включу. Потому что это не уступает, я тебе скажу, Лорна Шор. Во. Бля, он реально гнида. Смотри. Станция, вы не готовы к этому. Давай, чёрт. Смотри.
judgment, you'll judge all I you. Интересно. У меня аж глаза болят. Они прям раздают нормально. У меня физическое состояние ухудшилось. От зла. Просто от переполненности. Я до этого такой был веселый, бля. Сейчас что-то хочется закопать. Что-то живое, бля. С кайфом. Станция, вот To The Grave. To The Grave, вот станция. Знакомьтесь, общайтесь с кайфом. Я так скажу, я не супер любитель дедкора прям сильно. Ну, за исключением некоторых групп, типа Лорна Шор или СТП. Ну, вот это, бля, мне очень понравилось. Я с них давно кайфую. Это прям, я тебе скажу, вообще не уступают его дедбрейк в том треке. Ну и вот этот. Вообще не уступает вот тому брейку Лорна Шор от Рамоса. Не, ну тот для меня все равно злее. Этот, не, понял, он да, такой... тот, конечно, это вообще не досягает. Там злющее просто дерьмо. А но... этот такой прям, он четкий, вот да, грамотный. Он более, прям. Он более такой динамичный. У Рамоса тот размазанный, он просто дьявольский жестко, короче. А этот прям такой кочевый с кайфом. Да, там типа прибытие дьявола, а здесь дьявол типа ебашится, танцует. Вот, у меня этот дедкор на девятке. Бля, я поставлю 8,5. Да? Да, мне ебать зашло. Я тебе говорю, есть. Меня аж как-то аж плохо стало, но по-хорошему, блядь. Пиздец. Лёх, ты что? Если в жанры брать, короче, дедкора, я даже 10 поставлю. Ну, пожалуйста. Да, ну видишь, да, я вот не беру, я не ставлю. Потому что интересно, короче. Жанр. Трек интересный, в смысле, есть, что, ну, отличается чем, короче. Да, и развитие есть. Да. И прям в конце вот этот брейк, короче, кочёвый вообще меня просто. Да, ништяк. Инструментал лютый, пиздец вообще. Я даже просто... Мне кажется, что у них вот этот бас жирнючий, да, просто да, такой да. Пиздатый, ну, ништяк просто. Я даже... Что вот делают, в общем? Как говорится. Я вот. Даже про свою группу забыл, короче. Ушел сейчас, пацан, ну как бы... Зло, бля, вообще, зло, злое зло. Такие вот пироги, станция. Вот, короче, и вот так. Есть кому что высказаться, я не знаю, что это рассказать. Что высказаться? Вот сидим, блин... Сидим, обычно знаешь, как обычно бывает? Вот смотри, вот сейчас смотришь там, да, выпуск, и типа там какие-то пацаны где-то там в интернете сидят, вот, и вот мы тут, для меня, вот ты там где-то тоже сидишь. Мы так же сидим, типа, я просто, не, я просто вот за свое отношение, понял, говорю? Вот там же сидит человек, подписанный на нас. Да. И вот ты там сидишь, и ты вот, как и мы, ты где-то там, короче. Да. А тут Леха приехал... Настоящий, смотри! А самое главное, что вот они настоящие. Вот Джимми, а? Вот так вот. Так самый прикол, что мы увиделись типа пару часов назад. Да. И чё? Мы как будто Женёк приезжал. По-моему, как будто вот типа ты из выпуска, вот ты вышел, вот так телефон выключил и сел к нам. Просто вот это вот, вот этот эффект, что типа мы, блядь, нам не надо было что знакомиться, там узнавать друг друга, потому что мы и так уже друг друга знаем. Он просто заходит, здоров, ебать, садись нахуй. Ну да, и погнали. Без вот этих вот прелюдий ваших. Да, так что... Виндосы, вы давайте, прелюдий. Да, так что наши двери открыты, ребят. Если что, с кайфом можно залетать. Вот. Заходите в мой дом. Мои двери открыты. И что-то там. Подожди. Круга давайте еще посмотрим. Да, что-то как-то давайте без круга. Это для меня тяжело. Чего-то еще хочется? Поебал, может быть. А, в общем-то, станция, вот так, классненько же посидели, вот. Интеллигенция прям во плоти тут находится, поэтому извините меня. Чё, короче, на канал хочешь подпишись, вот, на телегу.
Ну там дом родной, там уже решай сам. На телегу обязательно. На группу ВКонтакте. На наш инстач. Твой инстач будет? Да. Лёха, давай, давай. Лёха, да. Лёха тем более там занимается. Да, не будем там... говорить сайт. Да. Ну зайдете к Лёхе и все будет понятно. Да, может некий бизнес сейчас у тебя и попрёт. Да? Вот. Вообще, ссылочку на Лёху тоже оставим. Вот. И на себя тоже оставим. И... ВКонтакте. ВКонтакте группа, да, тоже есть. Витольд наш, тоже с Краснодара, как Лёха. Кстати, да. Вот все краснодарские у нас, короче. Да. Все нормально. В этом плане. Витольда ждем, Да. Вот. И получается, все, увидимся вот здесь, на Metalcore станции. Да, это же пророческая фраза. Оказывается, да, что можно увидеться тут на Metalcore станции. Классно. И все, короче, конец. В общем-то, это. Лёх, а чё кушать любишь? Ну, грибочки там всякие. Некие такие лесные всякие штучки. Супчик, да, там такой. А яблочки мочёные? Мочёные? Не, хуйня полная. Простите, уж простите. Простите бабушки, которые смотрят наш канал. У меня бабушка с дедом тоже сделали, такие дали попробовать, короче, я такой... Что-то не моё, да? Что-то не металл. У меня, да, что-то не металлкор. Все, ладно, пока. Сделали. Лёх, поздоровайся с телегой. Йо, братва. Теперь отсюда. Сидим, короче, хаваем. Металлкор банда на связи. Сейчас будем выпуск делать. В общем-то, если я сильно напрягусь, то выпуск будет завтра на канале. Если не очень сильно напрягусь, то послезавтра. Радик? Ты вы, куда ты вообще? Чего ты нахуй это? А чё вы? Думаете, мы чё, вас не потянем, что ли, а? Ну шо, бля, давай. Сейчас... Пять на пять, давай. Кальяны курить, вот это все. Сколько? Пацаны, я хотел признаться, я вообще-то фанат Джинджер. Ебать. Я специально это так, все провернул. Так, ну эту хуйню мы, кажется, не пустим. Так, Дима, кажется, ты... надо вырезать, Дима, этот фрагмент. Ну вставай, дилда, блядь. Все, как бы. Я пошутил. Бля, ну это пиздец.